Зачем нужен биткоин, если нет проблемы, которую он собирался решать, считает бывший главный экономист Всемирного банка и Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. Единственная характеристика, которая интересует пользователей биткоина, это анонимность транзакций. Если регуляторы прекратят использовать биткоин для отмывания денег и другой незаконной деятельности, биткоин исчезнет, сказал Стиглиц в интервью Bloomberg из Давоса, где проходил экономический форум. Стиглиц добавил, что банковская система уже стремится к большему использованию цифровых платежей, но для этого не нужен именно биткоин. Цена биткоина упала в последнее время после резкого разгона, который привел его к пику почти в 20 тысяч долларов за монету, но такой спад был обусловлен опасениями из-за регулирования в Южной Корее и Китае.